что наша страна победит. И мы это знаем и чувствуем. Правое наше дело. И, конечно же, флаг – это то, что наши воины всегда с гордостью поднимают на освобожденных территориях нашей Родины. Флаг – это то, что наши спортсмены с гордостью проносят во имя своих побед. Флаг – это символ нашего государства. Поэтому, дорогие назаровцы, мы будем, конечно же, любить нашу Родину. Будем ценить то, что дает нам наше государство. Всех поздравляю с этим замечательным праздником.